Всем привет! Сегодня 21 мая. Приехали в аквапарк. Вернее, я один приехал. Буду сравнивать, как аквапарк Хургада отличается от Алани. Дали нам такие карточки. Water Planet, да? И вот такие эти браслетики. О, самый высокий, наверное. Нет, ну может переодеться вам надо? Сходите, не переоденься. У меня снять только вот это платье, я его могу бросить. Ну, а, ну все тогда. Не надо. Мне без него будет некомфортно. Все на лежак бросим. Куда прыгать? О, он туда прыгает? Ну, там тебе, нафига? Я поднимаю тебе и на резинке обратно. Следующий. А дай там выходим. Да. Поехали! Ужас! Поехали!
возьму, принесите. Ой, блядь. Молилась ли кидалась? Ой, блядь. Ой, блядь. Вообще что-то, блядь. Маму прости. Что, вы едете? Машина? Да. Давай! Классно, да? Сейчас пойдем, сейчас я снимаю лестницу. Пришли на обед. Вот что я заказал. Наггетсы, картошка, булочка, салат, кола. Здесь шаурма. Мы тоже. А это мороженое, что ли? А, понятно, тоже это. Все, вкусно, картошка. Приятно. Выглядит вкусно, но не знаем, попробуем на вкус как. Вот небольшой водопад. Кулер, пиво, вино красно-белое, напитки, Фанта, Спрайт, да, кола. Так. Тут кофе. Что-то с аппаратом не случилось. Нихуя! Ах, блядь, говорит. Не, я на такой точке прыгнул.
Ну, скажите ваше впечатление. Потому что первый раз вообще в аквапарке. Все было классно. Ты, главное, выложи нам. А мне нет. Мне не понравилось. Ну, наверное, по сравнению, я говорю, с Египтом. Не стоит этих денег, конечно.